У КНДР появилась первая леди. Молодой лидер Северной Кореи Ким Чен Ын женился. Избранницей верховного руководителя и короля утренней звезды, как его называют в Пхеньяне, стала товарищ Ли Соль Джу. По данным южнокорейских СМИ, новоиспеченной жене 27 лет. Она выпускница университета имени Ким Ир Сена. Ее отец – преподаватель, а мать – врач. Государственное телевидение КНДР сегодня впервые показало главу государства в сопровождении жены. Впрочем, по некоторым данным, нынешний северокорейский лидер узаконил отношения с ней еще в 2009 году. Напомню, Ким Чен Ын возглавил КНДР в конце прошлого года после смерти своего отца Ким Чен Ира.